мне понадобилась пружина сжатия. Прикинул, получилось диаметр проволоки 1 мм, внутренний диаметр 15 мм. Делаю ее так. Пружину мотал на оправке. Ее диаметр равен 0,8 от внутреннего диаметра и равен 12 мм. Теоретически берется 0,8-0,9. Оправкой служила ручка от плашка держателя. В оправке просверлил два отверстия диаметром 1,5 мм для заправки конца проволоки и диаметром 6 мм для воротка, чтобы крутить. Оправку зажимаю в тисках через две деревянные прокладки. Подтягиваю. Заправляю конец проволоки в отверстие и начинаю потихоньку вращать оправку. Чтобы сделать два первых опорных витка, держу проволоку перпендикулярно оправке. Раз, два. Затем направляю проволоку под углом и делаю нужные 5 рабочих витков пружины. Раз, два, три, четыре, пять. Затем направляю проволоку перпендикулярно оправке для выполнения следующих двух опорных витков. Все, пружина готова. Снимаем ее с оправки. И откусываем концы и здесь откусываем. Так. Вот получилась пружина сжатия. Такая вот получилась пружина сжатия. Таким же способом можно сделать и пружину растяжения. Опять собираем. Также заправляем конец пружины. Но для такой пружины все витки навиваются как опорные. То есть проволоку держим все время перпендикулярно оправке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Все. Открепляем. И снимаем. Также откусываем. Вот получилась пружина растяжение. При желании можно сделать крючочки на концах пружины. Так вот, раз. А маловато. Зацепил. Вот один. И можно побольше вот зацепить. Так.
как-то так. Вот получается пружина растяжения. Немножко неаккуратно сделал эти вот хвостики.